Ливия попрощалась с опасным химическим оружием. О том, что все унаследованные после режима Каддафи боеприпасы уничтожены, рапортовал министр иностранных дел. Подтвердили это и международные наблюдатели. По их данным, в Ливии находилось 20 тонн иприта, начиненные им снаряды и бомбы. Это лишь первый этап утилизации самых опасных отравляющих веществ. Второй завершится через 2 года.